Всем привет! Вы на канале Супер Никитос, и сегодня я буду готовить попкорн. Вот какие у меня есть купленные зерна. Вытаскиваем наши зерна. Разравниваем и ложим в микроволновку на 3 минуты. Это шоколадный попкорн. Разравниваем и ложим в микроволновку при самой большой мощности. На 3 минуты. На 3 минуты. Попкорн очень горячий. Просим родителей его вынять. Вот такой попкорн шоколадный у нас получился. Ставь лайк и подписывайся на канал Супер Никитос. Пока-пока.